Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра Dragon Champions. И в этом выпуске я расскажу вам о таком интересном режиме арены, как глобальная арена. Собственно, PvP-режим, который стал доступен уже относительно давно, но, к сожалению, не все игроки правильно воспринимают этот игровой режим и, скажем так, часто на него забивают. Расскажу вам, какие там есть интересные механики, какие есть интересные тактические решения для получения максимальной выгоды из этого игрового режима. А для начала рекомендую ввести промокод для новых игроков, кто вдруг желает начать новую игру или же вообще присоединиться к этому игровому проекту AlexProGift. Вот такой вот код от нашего канала дает сочные ништячки для комфортного старта в игре, но доступен только для игроков с аккаунтами 15 уровня и ниже. Вот такая вот тема. Итак, заходим в нашу арену. Глобальная арена. Что мы здесь видим, да? Есть какие-то попытки здесь, ранги также есть. И есть вот такой вот какой-то череп, что-то там, какие-то дополнительные параметры. В чем заключается особенность? Ну, давайте-ка зайдем в эту арену. Во-первых, вот день нежити. То есть нежить получает следующие бонусы. Каждый день выбирается случайно, ну не случайно, там по кругу вот они идут, расы или же фракции, можно их так назвать. И затем уже эти расы получают дополнительный бонус. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы не застаивались одни и те же игроки на каких-то топовых местах. Допустим, сегодня топы это орки, да, завтра бах, уже все, топы это панды. И если у тебя нет, допустим, пандовой команды, то тебя, соответственно, выбивают. Ну, вот такая вот интересная хитрость. Вот. Более того, здесь есть ежедневные награды и награды за победу. Давайте-ка перейдем к нашим наградам. Вот основная же здесь особенность заключается в том, чтобы получать как можно больше ресурсов. Ну, это понятное дело так во всех локациях. То есть мы стремимся набрать как можно больше ресурсов. В данном случае 1000-1500 диапазон. И мы получаем вот следующие награды за день. 1200 вот таких вот гранат гладиатора, которые можно будет поменять на закупку снаряжения. Или же осколки героев чуть попозже. Перейдем в этот магазинчик. Расскажу, что там где покупать. И вот такие вот интересные золотые медали. Что они дают, как их использовать и вообще для чего они нам нужны. Также все это дело узнаем. Но сразу же, не прибегая к другим вот локациям, пока что остановимся на ранге, да? Какой же ранг нам необходимо занять? И вот здесь вот такой вот себе интересный игровой момент заключается в том, что если вы займете сверхтоп, да, ну, допустим, в моем случае можно было бы дойти до ранга, допустим, в 1000, да, вот награды, зайти в диапазон 300 тысяч. Можно было бы, да, я бы получал на 100 вот таких вот гранатиков в день больше и на 5 медалек больше за день, вот. Но при этом приходилось бы вот эти бои, которые здесь проходят, в ручном режиме, раз, часто вот выискивать подходящего противника, чтобы его уничтожить. А это не так-то легко и сделать, скажу я вам. Гораздо проще занять какое-нибудь такое промежуточное место в ранге, чтобы вы могли с легкостью выбивать противников и получать вот за победу. Давайте-ка вот этих усмотрите. 165 тысяч силы. Ну, вроде нормасик. Вот, ничего страшного, то есть наша команда с ним справится. Вот, если бы здесь, допустим, было 200 тысяч силы, то не факт, что и справилась бы. Вот, потратили бы попытку или просто даже время потратили бы. А это также не очень интересно. Сейчас же спокойненько заходим сюда, включаем автобитву и ни в чем себе не отказываем. Так, подготовка идет к битве. Угу. Новый, кстати, лирит герой, прям потрясающая демонесса. Вот, есть у меня пока что ее подкачивай, выкачивай. Давайте автобитву поставим и просто насладимся приятным геймплеем. Вот так, стенка на стенку. Гасят мою основную уронщицу. И вот проблема как раз с этой основной уронщицей заключается в том, что не могу ее выкачать дальше, чем первая золотая рана. Не хватает одного персонажа.
кстати, о нем сейчас и пойдет речь. Все, разобрали, то есть, ну, 30 секунд реального времени, и мы получаем награды за победу, 12 штучек, да, и все четко. Ранг 1400, вот, что позволяет нам получать основную такую вот награду. Очень-очень удобно. Да, как я уже сказал, можно было бы продвинуться и дальше, но вот смотрите, даже сейчас попадаются уже сложные команды, а чем глубже будем заглубляться в рейтинг, тем, соответственно, команды будут все интереснее и интереснее. Вот такая вот особенность. Что касается магазина, давайте немножечко о магазине, и потом уже о медальках поговорим. Вот есть первая строчка, она была давным-давно, а с выходом этого игрового режима добавилась еще и вторая строчка, то есть вот такие вот призы теперь мы можем здесь выкупать. Да, к сожалению, не так все просто, то есть за целый день мы можем нафармить лишь чуть-чуть вот этих самых гранатных коинов для того, чтобы выкупать что-либо. Но я здесь лично выкупаю для себя, выбрал выкупать орка. Сейчас, к сожалению, его здесь нет, есть Тинти. Но мне нужен Золонар. И только здесь, к сожалению, его можно сейчас выкупить. Другие магазины его не продают. Вот такая вот особенность. Собираю на Золонара, прокачаю его, потом прокачаю свою любимейшую Зеру на максималку и усилю тем самым команду. Вот выкупать здесь снаряжение, выкупать здесь ключи, ну, я сказал бы, что это не очень правильное вложение, если у вас, допустим, не собраны герои. Теперь, что касается тех самых вот, медалек, да. Зачем же они нам нужны, как их тратить, что там с ними делать? Вот. Есть такой вот формат благословения. И вот именно на этом формате многие игроки что-то как-то подзабивают. Некоторые даже считают, что эти благословения действуют лишь на глобальную арену, то есть усиливают наших героев на этой арене и позволяют им занимать какие-либо более, ну, выигрышные ранги, то есть более топовые ранги. На самом деле нет, на самом деле эти благословения не влияют на весь игровой процесс, то есть усиливают наших героев перманентно, на все игровые локации распространяются эти бонусы. Ну, давайте, к примеру, не знаю, чтобы провести, да, вот оригинально вам показать, доказать даже. Вот смотрите сюда, вот эффективность. 85 у нас идет. 85-64 шанс на эффективность. Вот такая вот. Вот Лерит. Теперь заходим сюда. Арена. И подкачаем ей какую-нибудь там, ну, эффективность, соответственно. Так, демон. Повысить. Давайте-ка. Раз, два, три. А еще закинем. Что там стесняться? Вот так вот. Заходим снова сюда. Демонесса. И видите, общий боевой рейтинг растет. То есть все герои, которые есть у меня в наличии, получают по чуть-чуть общей мощи. Ну, в зависимости, кто как развит, соответственно. И было у нас 85, да, стало 99 эффективность. То есть эти навыки, эти усиления, они работают на всех персонажей, ну, вот из фракции, и на все локации, соответственно, распространяются, потому что они усиливаются не для локации, а сразу же для всех героев. То есть усиливает самих персонажей. Что здесь есть еще? Какие здесь есть еще вот уловочки, проловочки? Сейчас я нахожусь, ну, я бы так сказал, где-то на средней стадии развития конкретно этого вот аренного режима. То есть здесь пока не приходится мне прям прибегать к установкам по командам, поэтому я собрал свою самую основную команду, ту, которую я использую на арене, и катаю здесь постоянно. Если бы я продвинулся уже дальше, то да, стоило бы принимать во внимание, что есть более крутые там всякие команды. Конечно же, опирался бы на дни. Вот. Поэтому стоило бы их менять. Ну вот, к примеру, смотрите, 1197 ранг. Посмотрите, какая команда заряжена. Ну прям трындец. Вот. Уровень мощи 230 тысяч почти. Вот. То есть я бы не смог просто-напросто выбить даже такую команду своей командой. То есть многие игроки также прибегают к этому вот
тактическому решению, то есть, имея мощную команду, они не стремятся попасть в топ с той лишь целью, чтобы просто-напросто выбивать эти попытки, которые пополняются у нас, вот билетики, которые пополняются, вот, выбивать и собирать награду за победу. Вот такая вот особенность. Что касается благословения, немножечко еще раз вернемся к этой теме. Какие прокачки необходимо делать? Во-первых, каждая фракция, она славится своими интересными особенностями. Вот, к примеру, смотрите, да, у меня гоблины вообще не прокачаны. Хотя, да, можно было бы прокачать все, допустим, там, на двоечку, на троечку, но 1-3% это ни о чем, согласитесь. Вот у гоблинов основная особенность — это наложение дебафов, вот, поэтому им обязательно нужно прокачивать, допустим, в первую очередь эффект, ну, эффективность, и затем уже дальше что-нибудь еще, допустим, крит урон, да, ну тут по-хорошему, конечно, шанс на крит было бы очень интересно им заделать, то есть гоблины, у них все-таки специализация крит уроны, да, и эффективность. Вот, в моем случае сейчас орков выкачиваю, хочу выкачивать их как можно сильнее, то есть, поэтому уходит очень-очень много сюда ресурсов, конечно же. Вот, сейчас добью хотя бы до восьмерочки и потом пройду, продолжу уже выкачивать остальные какие-нибудь классы. Ну и полусвинки сейчас также ими качаю, очень хорошо, нравится мне эта фракция. Другие фракции у меня пока особо не развиты. Вот когда панд буду качать уже так окончательно, займусь ими. Но сейчас гоблины будут также... в листе прокачек, так мы это назовем. Вот такая вот особенность. Поэтому выбирайте с умом, то есть не нужно прям выкачивать все подряд. Вот, выкачивайте конкретно ту фракцию, которая вам ближе всего, а затем уже смотрите под ситуацией. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Надеюсь, информация была для вас полезной, и коли так, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите в комментариях и в наших соцсетях. Пока-пока, друзья, и до встречи в новых выпусках.